Мне, кстати, секреты скажу. Мне кажется, эти белые кроссовки подойдут под любой образ, который я буду сегодня показывать. Жак еще будет в одном образе. Кстати, это, наверное, один из лайфхаков. И уже такое уютное, мягкое состояние. Снять и выглядеть абсолютно по-другому на все случаи жизни. Вот это я называю осознанной модой, и это невероятно круто и замечательно. Друзья, всем привет! Вы на канале Наташа Усман. Сегодня будет очень классный фэшн-влог. Я безмерно вам благодарна, что вы подписываетесь, ставите лайки и комментируете. Мы все команды это все читаем. И благодаря этому мой фэшн-контент потихонечку перекочевал на YouTube-просторы. И я вместе с онлайн-магазином Top сегодня вам покажу классные 7 луков на каждый день недели. И, ребят, еще очень важная информация. Когда я зашла на сайт Top, во-первых, меня поразило то, что очень много луков сделано стилистами ребят, и не нужно ломать голову и думать, что с чем сочетается, сразу же есть готовые образы. Это очень удобно, во многие из них я влюбилась, и они уже висят у меня в гардеробе. Во-вторых, меня безмерно поразило то, что каждая одежда, которую я заказала, пришла вот в таком вот классном шопере из переработанного материала. Мне очень нравится, что ребята задумываются о сохранении планеты, и этот шопер можно использовать и после. Классно. Мне, кстати, секрет скажу. Мама взяла 4 таких шопера себе и сказала, что вы ходите с ними в магазин. Вообще, во время пандемии мы все стали больше задумываться о осознанном, разумном потреблении. Уверена, что каждая из вас перебрала свой гардероб заново. Я очень люблю, когда вещи сочетаются друг с другом в гардеробе, и они универсальны. И сегодня я подобрала 7 очень красивых, классных, доступных образов. Поехали! Так, понедельник. Я подобрала такой легкий образ. Из такого... Василек, он же голубенький. Да. А это какой? Лавандовый. Лавандового цвета. Очень модного сейчас в этом сезоне. И желтый бомбер. Очень легкий, романтичный. Я вообще люблю, когда сочетается спортивный и женственный образ. Белые кроссовки в первый мир вообще под любой образ подойдут. И мне кажется, эти белые кроссовки подойдут под любой образ, который я буду сегодня показывать. Тональность. Очень классно и комфортно. И немножко даже игриво. Деловой вторник, пиджак. Я люблю черные пиджаки, оверсайз, они подходят под разные случаи жизни. Более того, этот пиджак еще будет в одном образе, и вы увидите, как абсолютно по-другому он будет подчеркивать платье. Я в этом сезоне очень модно грубая обувь. Взяли такие черные ботинки на все случаи жизни, брюки-клёш от бедра, тоже очень модно сейчас. Причем я сейчас показываю вам два варианта. Это могут быть такие подвернутые или вот такой распущенный вариант джинсов. Женственный топ, он на самом деле открывает плечи. Это если после работы во вторник вы решите сходить в ресторан на ужин. Прием, мы готовы к среде. Вот среда у нас такая уютная, очень необычный, классный свитер с таким двойным воротником, очень уютный, я очень люблю длинные рукава, всегда очень модно. Джинсы я оставила со вторника и поменяла обувь. Видите, как со светлой обувью, светлый низ и светлый верх, а джинсы остаются такой вот длинный. Его можно расправить, чтобы он был такой более оверсайз, да? Но гораздо симпатичнее, если мы его чуть-чуть заправим у пояса и дальше. И чуть-чуть его как бы укоротим. Но сзади он чуть-чуть висит. Мне кажется, очень классно и удобно. И уже такое уютное, мягкое состояние. Почти пятница.
Среда – это маленькая пятница, скажем. На четверг я подобрала мой самый любимый лук. Во-первых, я очень люблю такие вязаные жилетки с рубашкой. Мне кажется, это очень модное и секси. И такие, действительно, мои сапожки невероятно красивые. В четверг мы готовимся потихонечку к выходным и не забываем про то, что мы можем быть элегантными, женственными. Кстати, очень удобно, потому что лучок очень небольшой и можно пробегать так целый день. А сумку я подобрала полностью подходящую по материалу к обуви, и мне кажется, это очень красиво. Кстати, это, наверное, один из лайфхаков. Я не всегда беру размер в размер, иногда беру что-то побольше. Будь это джинсы или рубашки, или даже вот эта жилетка. Можно было жилетку оверсайз, а рубашку можно было взять не S-ку, а M-ку и даже L-ку, чтобы она выглядывала из-под жилетки. Это тоже могло бы быть очень классно, еще ближе, чтобы она была. Я хочу, чтобы каждый из вас написал, какой образ дня недели вам понравился больше всего. Оставляйте свои комментарии. И интересно, какой образ победит и какой образ вам больше всего понравилось. Я голосую за это. Ну что, пятница? Пятница у нас вот такая. Потому что я люблю вещи, которые можно снять и выглядеть абсолютно по-другому. У нас вот такое классное летнее платье, кстати, летнее платье, да, которое можно одеть и зимой, и весной. В общем, многофункциональное. Не сезонное. И сверху вот такой пиджачок. Классно, что он практически закрывает всю длину платья. И вот такие вот ботинки, которые я уже показывала, на самом деле достаточно, чтобы у вас в гардеробе было несколько пар обуви. Это обязательно для кроссовки. Это какие-то грубые ботинки в этом сезоне и сапоги. Все, вам больше ничего не надо. А, еще обязательно туфельки, лодочки и все. Вы готовы? Ну так как у нас пятница, с намеком на вечеринку. Домашнюю, конечно же, сейчас. Суббота, секси-суббота. Я намеренно держу в руках пиджак, потому что если вы захотите сходить в музей или в театр, можно сделать вот так. И нарядно, и строго. Узкие джинсы с очень красивыми пуговицами, такими нарочито выглядывающими, подмигивающими. И сапоги. Джинсы заправлены в сапоги и вот такой вот немножко рок-стайл на все случаи жизни. На все случаи субботы, вот так вот вам скажу. Ну, как по воскресенье, самое уютное и удобное. С невероятно красивым цветом, таким молочным, с широкими брюками, с белыми кроссовками, которые были в понедельник, кстати. Тоже классный образ. Тоже очень по-разному можно это все надевать. Еще из очень классного, во время того, когда я выбирала образы, на топ-топ есть коллекция из Португалии, из органических и переработанных материалов, и это невероятно круто. Вот, к примеру, этот вот свитер, который я показывала ранее. На этикетке классно написано «Люби меня, носи меня каждый день, а после отдай на переработку». Вот это я называю осознанной модой, и это невероятно круто, замечательно. Также один из моих бонусов для всех, кто смотрит мой влог, на сайте существует промокод Осма, который дает 15% скидки на любые продукты, и также его можно использовать в разделе сейл, он плюсует скидку. Круто! Еще, кстати, было бы классно, если бы вы свои заказанные вещи составляли луки, отмечали меня, и я буду обязательно смотреть, радоваться, комментировать и вас репостить. Ребята, подписывайтесь, ставьте лайки. Это Лёска. Ой, и Настя. Все. Пока-пока.